Лидер с победой. Краткий комментарий по игре. Спасибо большое. Ну, какие комментарии? Очень рада, что выиграли. Что на выезде забили, могли, конечно, больше. Вот. Сделали полшага к тому, чтобы попасть на Евро в Англию. Вот. И готовимся уже. Уже эмоции отпустили и готовимся уже к домашней игре. Какой самый момент сложный, на твой взгляд, был около твоих ворот? Я думаю, наверное, момент с проникающим пасом, когда Аня Кожникова в подкате прыгнула и нету просто за спину Черпака закинула, вот, освежилась я, да. Конечно, пришлось на ходу перекладываться в противоход, перекидывать через перекладину, но, наверное, в этот момент я проснулась. Во втором тайме показалось, что Россия все-таки поживее заиграла, получше. Что-то, может быть, впервые тренер сказал особенно? Или португалки хуже стали играть? Ну, я не могу сказать, что сделали португалки, плохо стали они играть, нехорошо, но я думаю, что это всецело заслуга и тренера, и команды, мы просто добавили, мы хотели, и у нас получилось. Как соперник вообще показался? Соперник достойный, как и все, в квалификации не бывает слабых, и вообще на Евро не бывает слабых, поэтому вся Европа подтянулась, и мы туда же стремимся. Сегодня на первый план вышли мастерство или характер? Воля к победе. Как сохранить этот настрой до второго матча? Мы русские, у нас русский дух. Мы едем домой, будем играть дома, а дома даже стены помогают, поэтому. Желание попасть на Евро по 10-бальной шкале? 10 баллов. 11 даже, наверное. Спасибо. Пожалуйста.